Всем привет, 1 ноября 2023 года. Иду по Крамскому проезду. Кстати, завезли семечки, свежий урожай, очень вкусные. Цена, правда, подорожала, 120 рублей килограмм. Наберу оптом 5 килограмм, 600 рублей. Вот улица Автовокзальная, дома покрасили. Тут 4-й дом, например. Там автовокзал. Дальше решил снять, вот в каком состоянии дома уже покрашены стоят. Скоро их, наверное, заселять будут, но я не знаю. В общем, так они отличаются по расцветочке. Там станция Юнатов. Этот такой бело-синий такой. Господи, бело-коричневый. А этот такой бело-бордовый, поярче. Два дома вместо советских бараков двухэтажных, которых здесь было 9 штук. Вот они, эти дома, в таком состоянии готовности находятся. Так, тут забора пока нет. Там уже есть. Вот такой небольшой ролик про дома и про семечки свежего урожая, подсолнечные, очищенные. Спасибо за просмотр. Подпишитесь на канал. Видео из Орла в Яндекс.Дзен, в Рутубе, в Ютубе, в Одноклассниках, ВКонтакте. А там Крамской проезд со складами, там и арбузы до сих пор можно купить, сухофрукты, я туда за семечками хожу. В той стороне переулок Дарвина, налево будет парк Ботаника, там станция Юнатов. Давайте немного пройдем мимо станции Юнатов, заглянем к ним, так сказать, за забор немного. С этой стороны. Я тут недавно снимал ролик. С той стороны заглянул. По Комсомольской улице шел. А сегодня, 1 ноября 2023 года, пройду по улице Автовокзальной. Сзади у меня автовокзал, впереди Ботаника. Вернее, переулок Дарвина. Ведутся работы. Денек сегодня такой теплый, градусов 15. Ветра нет, дождя нет. Приятный такой подарочек от осени. Как назову ролик. Новые дома, улица Автовокзальная, семечки. Семечки я сейчас покажу еще вам. Станция Юнатов. Ну-ка. Тут виноградничек, капустка растет. Оно нехорошо, можно забор заглядывать. Но это же не частное домовладение, а общественное, как бы здесь образовательное учреждение. Поэтому имеем право знать, так сказать, на бюджетные деньги, чему обучают молодежь. Это, наверное, лиственница рыжая. С шишечками такими своеобразными. Это, наверное, калина, да? Растет. Калина красная. Кисленькая, наверное. Долбану тоже морозом. Калина. Горькая. Так, еще раз грядочки. Вот
Тут октябрины, по-моему, цветы называются. Ну, в общем, такой вид отсюда. Там яблоневые сады. Вернее, как сказать, посадки яблони. Ну, яблони, в общем, растут. А в той стороне Эльдорадо магазин находится. Тоже ветерок какой-то подул. Скоро, наверное, тепло это закончится. Наступит совсем уже осень. Холодная, противная. Но длится она будет недолго. Потому что последний месяц осени уж наступил. Ну вот тут еще заглянем. Место замечательное. Тут белки живут. Я их видел здесь. Бегают, прыгают по соснам, по деревьям. Вот. Такой небольшой ролик с улицы Автовокзальной. Сейчас еще семечки покажу. Ну вот они, собственно, семечки. Очищенные семена подсолнечника. Урожай 2023 года. По 120 рублей килограмм. 5 килограмм, 5600 рублей. Длина семечки около сантиметра сухой. Сухая семечка. Я их пробовал, очень вкусные. Действительно, вкуснее, чем прошлогоднего урожая. Вот, что еще сказать. Семечки есть очень полезно. Вместо растительного масла. Орехи тоже вместо растительного масла добавлять в еду. В сыром виде лучше всего. В жареном они, конечно, свойства свои теряют. Крупная хорошая семечка. Урожай 2022 года. Спасибо вам за просмотр. Подпишитесь на канал «Видео из Орла» в Яндекс.Дзен, в Рутубе, в Ютубе, в Одноклассниках, ВКонтакте. Поставьте лайк, напишите комментарий, поделитесь этим видео с друзьями в соцсетях. Можете также пополнить баланс моего сотового телефона 8-920-889-20 на услуги связи, звонки, смс, интернет. А семечки, напомню, продаются на складах сухофруктов. Крамской проезд, недалеко от автовокзала. Рядом с перекрестком Крамского проезда и улицы Автовокзальной. Там еще такие ворота, межрайбаза. Вот за воротами очень хороший такой павильончик стоит. С сухофруктами, с орехами. Вот, ем их постоянно, рекомендую. Все, до новых встреч!